В ежегодной выставке «Художники Сарова» приняли участие 57 мастеров. На вернисаже собрались как старые друзья галереи, так и новые авторы. Экспозиция представлена произведениями живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Также есть и уникальные работы в технике мокрого валяния. 147 работ, 57 авторов. И вообще, на самом деле, это большая радость для нас и для наших саровских художников встретиться здесь, на вернисаже, потому что, по большому счету, это единственный день в году, когда саровские художники встречаются на своей собственной выставке. Более десятка работ написаны мастерами в самой художественной галерее на различных проектах, таких как «Ночь искусств» или «Ночь в музее». На выставке можно увидеть картины в бытовом жанре, а также пейзаж, натюрморт и портрет. И, конечно, по доброй традиции, многие работы связаны с Саровом. Работы становятся лучше, уровень художников Саровского объединения растет. И это очень приятно. Это отмечалось 2 года назад, наверное, тоже на выставке. Но вот эта выставка, она просто поражает. И поражает она прежде всего тем, что вот в наше это сложное время, когда на дворе беда, это пандемия, но выставка получилась. На удивление позитивное. Выставка «Художники Сарова 2021 продлится до конца декабря. Все интересующие вопросы можно задать по телефонам 702-87-702-94. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Светлана Ерунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.